Ну что, народ, вероятно, это будет завершающая серия, так как музыка здесь абсолютно вся оказалась лицензирована. Что у нас тут? Туман. Побег. И да, без музыки здесь жутко скучно. Ой. Так, хоть какой-нибудь трек поставлю, что ли. Ну, музыку подбирать здесь под стиль этой игры будет очень жестко тяжело. Это я точно могу сказать. Давай здесь огнеметочку тогда. Немножко по-другому сейчас переиграем. Мне надо танк прокачивать. Сейчас этим и будем заниматься. Да, музыка вообще не подходит. И такое вот, блин, бывает. Ядрить напополам. Попробуй потом найти какую-нибудь нейтральную музыку, чтобы можно было хоть послушать. Послушайте скорее, чтобы она хоть под стиль как-то подходила. Так, у меня вроде все герои распиханы. Здесь это, в принципе, сейчас роли не играет. Они, наверное, куда-то сюда захотят убежать, хотя черт его знает, здесь столько подъездов и подходов. Уж, блин, дурно становится.
Так, ну просто насчет музыки здесь еще вопрос тот, что не везде здесь музыка конфигурирует в лицензированном соглашении. Такое впечатление у меня сложилось, будто здесь есть проблема посерьезнее под названием опять лицензия на звуки. Если это так, то это будет крайне хреново. Так, ладно, что у нас здесь? Нормально. Ну чё, погнали. Так, ну мне здесь как всегда надо будет вот это в первую очередь. Ну здесь мы ставим. Здравствуйте. Здесь мы ставим вот такой вот приветик. Здесь так вот. Так, здесь не помешало бы поставить вообще-то вот эту вот хренотень. И хай они там едут. Здесь невозможно определить, блин, с какой стороны не попрутся. В этом вся проблема. Четыре подхода, это капец. Так, хорошо. И огнеметки еще одну. Поставим вышку на замедление. Не с двух сторон аж поперлись. Надо как-то будет придумать их и задерживать хотя бы. Thank you.
Я потом музыку подберу, постараюсь под Art of Defense. Сейчас сначала говорю, не надо серию сделать. Залить и проверить. Все ли это как хреново, как я думаю, или все-таки тут есть хоть какая-то толика надежда. Хотя, в принципе, почему-то я сомневаюсь. Я думаю, покрышка сейчас пригодится, кстати говоря. Хоть один раз. Из скольки-то. Очень много летной техники, в принципе, здесь две ракеты. А, про запас есть. У него там три должно быть, если я правильно помню. Thank you.
Блин, какая-то слишком успокаивающая музыка. Зараз. О, 3200. Сомневаюсь, что понадобится, ну ладно. А танк это не работает, что ли? Как интересно. Нормально. Побег, побег, побег. Ну лады, как всегда, давай огнеметочку мы здесь ставим нашу любимую. Здесь пулеметочка, здесь у нас тормозилочка, здесь хрен мне по носу. Вот дерьмо. Так, погоди, они вот так едут. Почему не так? Я понимаю ихнюю логику. Так они. Ладно, сейчас походу не до этого.
Так, нам надо переиграть это все. Должно быть все очень удачно. Так, погнали тебя сюда. Тебя улучшаем. Тебя, ладно, сюда. Перестрахуемся. Так, здесь у них устроим небольшой такой дочек. Думаю, хуже не будет. Ну, все так вот делаем. А нет, на танк действует, это хренотень, не ожидал. Здесь надо как раз таки эту замедлялку тоже делать. Здесь замедлялку, здесь ПВО. Так, хорошо.
Так. Ну, думаю, этого хватит. Такс. А перезарядочка-то быстро идет. Ладно, народ, я на этом, в принципе, серию закончу. Надо посмотреть сейчас, что с нарушением авторских прав. Ну, если серии в дальнейшем не будут выходить, ну, значит, я закончил сезон, так как я не собираюсь по 3 дня выковыривать, блин, треки, которые напихал разработчик в эту игру. Всем удачи, всем пока.